Традиционно горная школа проходит в формате выездного летнего лагеря. На этот раз участников масштабного образовательного форума гостеприимно принял Центр отдыха «Притомья» Кемеровского муниципального округа. Организаторы подготовили для молодых специалистов большую насыщенную программу. Каждый день расписан буквально по минутам. Активно готовились, были все вовлечены, чтобы максимально хорошо, качественно провести юбилейную горную школу. В форуме участвуют 12 команд. Каждая команда состоит из 10 молодых, активных, амбициозных сотрудников. Это компании такие, как СУЭК и все филиалы СУЭКа, ВОСИП-Уголь и компания Еврохим, филиалы компании Еврохим. Программа состоит из нескольких блоков. Это блоки образовательные, это блоки развлекательные и на развитие личностных и профессиональных компетенций. Все блоки пропитаны единой темой. Это промышленная безопасность, безопасность труда, охрана труда. Почетные гости в приветственном слове к участникам соревнований неоднократно подчеркивали актуальность этих вопросов. Горная школа выдвинула эту повестку безопасности, и до этого никогда этого не было. Действительно, безопасность, она актуальна, была, будет и есть. Компания «СУЭК» уже 10-й раз проводит горную школу. Горная школа – это, можно сказать, элитное мероприятие для горной промышленности. Это мероприятие посвящено вопросам безопасности, и мы надеемся и будем делать все, чтобы сделать нашу отрасль безопасной. Я думаю, что все будет хорошо, а ребята будут элитой будущим нашей отрасли. За 10 лет форума его участниками стали более 2000 выдающихся молодых специалистов из 30 регионов страны. Команды, представляющие компанию «СУЭК Кузбасс», традиционно входят в число лидеров горных школ. Предыдущий форум в 2020 году из-за сложной эпидемиологической обстановки проходил в онлайн-формате. Тем не менее, программа получилась насыщенная, и по ее итогам победителем была признана команда «Лига выдающихся горняков» АО «СУЭК Кузбасс». В нынешнем году ребята вновь готовы побороться за призовые места. Это моя третья горная школа. В 2020 году мы заняли первое место. Испытания, они всегда есть. Это сплочение команды, ответственность, распределение ролей. Это очень сложно, но мы достигаем поставленных целей. Это очень полезно, это большая коммуникация, она пригождается в работе. Это очень хороший форум, помогает развить коммуникабельность. Достойную пару Лиги выдающихся горняков составит команда «Обратный космос», дебютанты соревнований, также представители компании «СУЭК Кузбасс». На протяжении 3 дней участников форума ждут лекции, деловые игры, научные шоу, тренинги, эстафеты, спортивные соревнования, встречи у костра. Это моя первая горная школа, и я вообще в восторге, потому что это такая энергетика. Очень классно, очень здорово, интересно. То есть вчера было «Что, где, когда». Интеллектуальная игра, где мы выиграли, между прочим, и заняли первое место, и накричались, наорались прямо от души. Насыщенная программа, очень насыщенная, постоянно в движении, надо что-то делать. Это прям мне по душе. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, будет признана победителем юбилейного форума. Однако главный результат масштабного образовательного проекта – это, конечно же, все его участники – кадровый резерв. Специалисты, которые участвуют в подобных развивающих мероприятиях, стремятся достигать высоких производственных результатов, стремятся быть лучшими. А люди с высокими управленческими навыками востребованы всегда. Анна Кириллова, Василий Обухов, Ленинск, ТВ.